Это половник. Им из кастрюли наливают суп или компот. Это плита. У нее есть конфорки. Это графин. У него узкое горлышко, поэтому из него удобно наливать водичку в стакан. Это кран. Из него течет водичка. Это холодильник. В нем лежит еда. Это сковорода. В ней жарят и разогревают еду. Это солонка. В нее насыпают соль. Это мыло. Оно горькое. Это миска. Она круглая. Это дуршлаг. У него есть ручка. Это кухонная доска. Она ровная и гладкая. Это вилка. Вилкой накалывают еду и кладут в ротик. Это кастрюля. В ней варят суп или компот. Это совок. Он легкий. Это чайник. У него есть ручка, носик и крышка. Это веник. У него есть ручка. Это стол. На него кладут книжки и карандаши. Это ложка. Ложкой кушают суп или кашу.